6 июня во всем мире отмечается День русского языка, а в России еще и Пушкинский день. Что такое Пушкин для нас? Школьный урок литературы или стихи, которые легко заучивались наизусть? Смотрите программу «Город С» сегодня в 20:30. Гости в студии – председатель Пушкинского общества «Самары» Владимир Смирнов и Владимир Гальченко, заслуженный артист России.